Если ты хочешь убить время и поиграть на одном из серверов Майнкрафта, но не знаешь на каком, то заходи на сервер Мегакрафт. Это ванильное выживание на версии 1.8. Приятной игры! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы вернемся в крутую карту под названием Симулятор Хирурга в Майнкрафте. Мы уже ранее проходили два раза вот эту карту, то есть, как я помню, у нас уже было две части, и сейчас у нас будет третья часть, где произошло небольшое обновление и были внесены три новых пациента. Поэтому, ребята, сегодня мы посмотрим, кто же это будет. Ну, ребята, перед этим не забываем ставить лайки. Если вы хотите видеть новое видео как можно быстрее, я буду очень сильно рад, если поставите лайк. Набираем 2500 лайков, сразу выходит новая серия, я вам обещаю. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы потратите 2 секунды. Лайк, подписка, за это, ребята, я всем вам пожму руку, всех вас расцелую, потому что вы будете большими молодцами. Также выпущу новое видео как можно быстрее. Не тянем, приступаем к самому видео. Опа-на! Ну что, ребята, мы будем приступать. Я надеюсь, то, что появилась возможность пропуска старых уровней, которые мы уже проходили, там уровни больше, чем 10 старых. Я не хочу опять проходить, потому что серия затянется на минут 50, если даже больше. Поэтому, ребята, а вот тут мы сразу приступаем. И Welcome to Simulator Хирурга. Это, ребята, новый апдейт. Будем надеяться, то, что создатель этой карты также будет активно продолжать апдейтить вот эту карту, потому что она нереально крутая. Ох, доктор. Нифига себе, нифига себе. Я возьму, ребята. Я возьму, я даже щит одену. Офигеть, как круто. Ребята, это мы играем на версии 1.9. Да, это версия Майнкрафта 1.9. Если вы хотите поиграть в эту карту и пройти все там 10 или 15 уровней с самого начала, кто не видел предыдущие серии, ребята, ссылочка есть в описании, заходите и скачивайте эту карту, проходите, я также буду очень сильно этому рад. Но давайте все-таки мы снимем щит, потому что он мешает, я хотел сказать, мешает. Ну что, ребята, ну что, начинаем, чтобы начать. Первый уровень, о, да, новая возможность, ребята, это пропустить уровень. Так, сейчас посмотрим. Мозги Гомера Симпсона, ага, богиня природы, потом сила какого-то мага. О, вот это 11 уровень, то есть 10 уровней уже было, это, ребята, новые 3 уровня, поэтому 13 уровней, в общем, есть. И как это называется? Фредди's Room. Фредди's, то есть, я правильно понял, какой Фредди? С ФНАФа? Ну сейчас посмотрим. Так, что нам нужно сделать в этом раунде? Нам нужно найти 5 железных слитков, скрафтить вагонетку и поместить ее на рельсы. Все понятно, ничего сложного нету. Мы, в принципе, ребята, сразу будем приступать и посмотрим, это реальный Фредди с ФНАФа или нет. Вот бабочка. Да, ребята, афиг, Фредди, здрасте, как у вас делишки, ребята, давайте мы поможем бедному Фредди, давайте мы налагодим его схемы, потому что он все же аниматроник, но, ребята, всем нужна, и аниматроникам тоже нужна помощь, и вот так, там у нас есть сундучок, нужно сначала прочитать, что у нас там написано, и может нам дадут какие-то вещички. А это, чтобы пойти в магазин, и это наша книжечка, то есть... Ух, Фредди имеет некоторые пазлы для тебя, будь осторожный, найди 5 сундуков с железными слитками и также скрафти вагонетку, помести ее на рельсы и толкни ее. Все, ребята, понятно, ничего сложного, стабильный, то есть базовый английский, я просто внимательно смотрю, я ищу сундуки. Где у нас тут есть 5 сундуков? 5 сундуков у него в туловище или где-то рядом? Его знает, ребят, сейчас поищем. О, нашел один сундучок, да, вот, первый железный слиток. Что меня интересует, ребята, то, что у нас нету ни кирки, ни скальпеля, ни, я не знаю, ни меча, ничего другого, потому что мы только начали проходить, и я все предыдущие уровни пропустил, а вот эти 10 уровней ты должен был накопить достаточно опыта и бабла, чтобы купить себе нормальные инструменты. Ну, как я начал проходить эту карту опять заново, о, я должен был сюда падать. Поэтому инструментов у нас нет. Ребята, мы во рту Фредди. Запашок, конечно, тут не очень. Но все же, ребята, что у нас тут такое? Так, замечательно. То есть, ой, верни железные слитки. А я вижу тут кнопочки, но я, походу, отсюда никак выбраться не могу. Значит, нажмем на... О, замечательно. То есть, кнопочка это есть телепорт отсюда. О, еще один сундучок заметил.
О, это да, это железный слиток, но железный слиток еще нужно сделать. Я тут где-то видел печку, если меня не подводит память, да, я ее видел вот тут. Замечательно, ребята. А знаете что, напишите в комментарии, есть ли тут вообще любители ФНАФа. Вот, ребята, кто любит ФНАФ, напишите в комментарии, какой ваш самый любимый аниматроник. Я не скажу то, что я прям сильно очень люблю ФНАФ, но все же, ребята, я буду... О, еще один сундучок. Мне будет реально интересно узнать, у меня звук, да, нормально. Мне реально будет интересно узнать, кто ваш любимый аниматроник, потому что, ну, если кто-то там крутой, то, может, я даже потом поищу в интернете, кто это такой, и, может, пойму, почему вы так его любите. Ну, ребята, так, идем сюда, потому что тут у нас уже все пережарилось, и сейчас, как я понимаю, нам нужно скрафтить вагонетку. Замечательно поместить ее на рельсы, как нам сказали, и толкнуть. Опа! О, хорошая работа, но Фредди имеет для тебя испытание. Прочитай таблицы. Ух, добро пожаловать в комнату Фредди. Нажми Find and Press the... Нажми на нужную кнопку, то есть найди и нажми на нужную кнопку, и ты выживешь. Ладно, то есть нам нужно найти нужную кнопку для того, чтобы выжить. А если мы нажмем не на нужную кнопку, то есть не на правильную, то мы умрем или что? Button number, то есть кнопка номер один. Number one. Wrong button, то есть неправильная кнопка. Ага, о, это правильная кнопка тут написано. Да, неправильная кнопка. То есть нас решили затроллить. Офигеть, еще одна кнопочка. И нам нужно вот это все нажать на... То есть нам нужно поискать, найти нужную кнопку. Что у нас тут было написано? Еее, то есть да, лестница, ты рад? Да, я очень рад. Охренеть! Мама мия, капучино! Офигеть! Идите вы в жопу! Тут миллионы вот этих комнат, и откуда я знаю, где вот эта кнопка? А если она где-то тут, на каком-то 38 этаже, в какой-то третьей... В какой-то третьей комнате... Охренеть, ну знаете что, ребята, все же давайте будем с самого низа вот этого здания начинать, потому что хрен его знает, где эта кнопка может быть. Может где-то вот тут, а может где-то на последнем этаже. О, я прям как угадал, я прям как знал, где-то тут, и сразу появилась вот эта кнопка. Ты нашел правильную кнопку. Ребята, да, мы нашли правую кнопку. Ага, то есть нажми на нажимную плиту, которая вот там находится. Добро пожаловать в я не знаю, Bone Breaker Room. Я знаю, что это такое, но я не знаю, как это... Переводится. Bone Breaker это типа кости ломатель, что-то в этом роде. Охренеть, и что мне сейчас делать, когда у меня голод, я не могу прыгать? Охренеть, и что мне сейчас делать, когда у меня голод? Ща, ребята. Ща я позвоню и закажу суши. Ща доставочка будет, да. Суши-суши-сушики, где их достал, не скажу. Была посылочка, ребята, да, немного автора этой карты не продумал. Но все же, ребята, мы пропаркурили вот это и стали на нажимную плиту. И 11 уровень мы... Вы поняли, да, что мы сделали с 11 уровнем? Что будет в 12 уровне? Чили-челлендж, то есть... Чили-испытание. Чили — это перец, да, как я понимаю. Найди 3... Чили перца в теле девушки. Я, короче, буду своих родственников, ребята, искать. Да, кто не знает. Знаете, давайте сначала пойдем в магазинчик. Может, что-то сейчас тут поищем. Давайте сначала скальпель возьмем. Вот так, скальпель. Потом, потом кирку нам нужно. Вуден. Деревянная. Давайте возьмем железную. Да, давайте возьмем железную. Замечательно. А что у нас тут, я уже забыл. Bone Breaker. Ага, это опять вот эта хрень. Извиняюсь, знаете что, ребята? Меня много людей спрашивают, реально ли моя фамилия Перец. То есть, многие думают, что это мой какой-то псевдоним или что-то в этом роде. Ребят, это моя реальная фамилия, да твою мать, я ничего не выдумывал, то есть это моя реальная фамилия, как, в принципе, всегда она была, поэтому, ребята, не удивляйтесь. Кто не знал, то моя реальная фамилия это Перец, да. Поэтому... Опа! Пропаркурили! Опа! Опа! Твою мать! Сейчас! Ребята, вот видите, мы так можем паркурить тут хоть 35 раз, и за каждый...
за каждый пройденный раз мы будем получать по одному опыту. Один опыт это, ну, в принципе, опыт считается как баблона, да, ребята, как баблона, как мы ее называем. Ну, замечательно. Твою мать. Ладно, идите вы в жопу, я уже тут 10 раз, вот этот уровень пускай идет в жопу, потому что я уже тут 10 раз пытался это пропрыгнуть, но все же один раз у нас получилось, поэтому, ребята, все очень круто. Так. Ну что, приступаем к 12 уровню, сейчас посмотрим, откуда мы перчики будем доставать. Ух, девульчики, здрасте, как у вас делишки? Как у вас делишки? Девульчики, ща мы будем доставать чили. Я буду своих родственников, ребята, доставать чили перцы. Так, ух ты, зелья защиты от огня. И книжечка, что тут написано? Это бейба пыталась сделать чили, hot chili pepper испытания. То есть съесть, ну, чили перец, да? И у нее в животе есть 3 чили перца. Перца, редстоун блоки, то есть чили перец это как будто редстоун блок в ее теле. Найди их и также уничтожь. Ну, в смысле, забери. А это что такое? Это похоже на какое-то молоко, что ли? Ох, мать вашу! И где мне сейчас искать вот эти блоки редстоуна? Потому что нам нужно найти 3 блока редстоуна. И где нам их найти? Где нам их найти? Ух ты ж, ни хрена себе лава. О, нет, кто уже догадался? Не зря же нам дали зелья огнестойкости. Не говорите мне, пожалуйста, то, что блоки редстоуна будут в лаве. Нам нафиг нужно будет нырять в лаву. Пожалуйста. Ребят, кто-то мне скажите то, что блоки редстоуна не в лаве. Пожалуйста, ну кто-то мне скажите то, что блоки редстоуна не в лаве. Кто-то уже сказал. Блок редстоуна в лаве. А я могу его вот так сломать? Я что-то там сломал только. Что я сломал? Ребят. Что я сломал? Вот так, ща проверим. А че мути-пути, миленький мой, ла-ба-ла-ба. Я не знаю, что нам нужно. Нам нужно было, наверное, поднять вот этот блок редстоуна. А я его уничтожил, потому что я как будто его уничтожил, и он упал в лаву, да? Я не знаю, нужно ли нам было его забрать себе, что ли? Ну, не знаю, ребят. Ща, вы готовы? 3, 2, 1, задраять люки, погружение, сейчас, где, я, и сколько у нас, 7 минут, ребята, мы можем тут вообще плавать до утра, что это было, вы слышали, о, во, блок редстоуна, привет. Ребят, я не знаю, должен ли я их собирать, или должен я их уничтоживать. Уничтожать, а не уничтоживать. Это что вообще какой-то китайско-монгольский? То есть, я, ребята, не знаю, я не в курсе. А прикиньте, нам нужно было их собрать. А я их уничтожил. Вот я удивлюсь, если это реально так. Погружение на счет 3, ребята. 1, 2, 3. Небольшая задержка. 4. Ну что, последний блок редстоуна. Если бы я еще что-то видел, было бы вообще О. Да. Я надеялся то, что это реально вот так должно быть, потому что прикиньте, если бы их нужно было собрать. А я их просто-напросто брал и ломал, и они тем самым сгорали в лаве. Это было бы не круто. Так, это последний уровень, ребята. Это третий, это новое обновление. Были добавлены 3 пациента, как я уже сказал. Скелет, что нам нужно сделать? Найди все кнопочки и уничтожь всех врагов. Значит, если нам нужно уничтожить всех врагов, значит, нам нужно купить меч в магазинчике. Барыги, продайте-ка нам какой-то меч. Вот, железный меч за 5 опыта. Но нам бы еще хавчик какой-то нужно, или мне опять нафиг суши заказывать нужно. Не знаю, ребята, ладно, давайте начинаем. Это последний уровень в данном обновлении. Скелетончики, здрасте, скелетончики, как вы себя чувствуете? Хорошенько, да, скелетончики, с вами точно все в порядке? Вам точно нужна операция? Или вам уже как-то покакать на это? Мне кажется, скелет уже как-то пухли, но он уже мертвый. Не тратьте мое время, сеньор.
Я не знаю, нужна ли вам реально операция, или мне просто-напросто можно пораньше с работы уйти и пойти домой поспать? Не знаю. Не знаю. Все же, мне кажется, это реально трата времени, потому что этому скелетону уже ничего не поможет. Да, ну ладно. Что у нас тут такое? Тут у нас есть новая книжечка, и что у нас тут написано? Этот пациент выглядит уже мертвым. В принципе, как я и говорил. Ну, ты можешь ему помочь убить всех врагов. Зачем ему убивать всех врагов, если он уже мертв? Может, каких-то, я не знаю, каких-то вирусов, которые вводятся в него в организме. То есть, нам нужно найти все кнопочки и уничтожить всех врагов. Замечательно и шикарно. Где бы нам еще бы вот эти кнопочки найти? О, кстати, не, ребят, смотрите, я сейчас вот это ломать не могу. Кнопочки, что-то в ротике у тебя есть? Кнопочки, давайте в рот ему прыгнем. О, да, в принципе, так же, как и это было в... Ух ты же, ни хрен... Ух ты, напугал. Так же, как и это было в этом... Сейчас. У Фредди тоже во рту что-то там было. Опа. На тебе, зараза! А, скелетон! Я же твоего брата спасаю! Паскуда! О, ну хорошо то, что мы тут появились. Ребята, что я опять забыл? Это же новый Майнкрафт, это новая версия Майнкрафта. Это же версия 1.9. И кто не знает, кто не следит за обновлениями, кто вообще не знает, что происходит в Майнкрафте, то в этой версии вы не можете вот так бить. Вы не можете вот так просто спамить правой кнопкой мышки и бить врага. Нет, ребята, вы можете так спамить, но вы будете наносить мизерный урон. Как нам сейчас нужно расправляться с врагами? Нам нужно их ударить. Да ударь ты нахрен, подождать секунду. Вот смотрите, ребята, ударить, подождать секунду, пока анимация опять появится, то есть, мол, перезарядка оружия, и только тогда... О, еще одна кнопочка, ее только что тут не было. Ну, то есть произойдет вот эта перезарядка, и только потом вы можете еще раз его ударить. Ребята, решайте вы, хорошо ли это или нет. То есть сейчас, если вы будете вот так спамить, вы будете наносить урон, но очень-очень маленький. А если вы будете бить вот так, например, раз ударили, подождали секунду, еще раз ударили, подождали, еще раз ударили, тогда вы будете наносить большой урон. Хорошо это или нет, я не знаю. То есть, что нам тут писало? То есть, нам нужно уничтожить вот тех всех врагов, которых мы вызвали с помощью кнопочки. Вот видите, ребята, я ударю, подожду немного, полсекунды, пока я вот эта перезарядка пройдет. Ударю, подожду. Я не знаю, ребята, хорошо ли это или плохо. Да твою костлявую задницу! Иди сюда! О, еще одна кнопочка. Хорошо, что я заметил. То есть, у нас там было написано то, что... приветики. То есть у нас там было написано... Да твою мать, запрыгни ты! То, что когда мы уничтожим всех врагов, то нам нужно будет нажать на кнопочку. И мы, в принципе, вот это уже... На задницу мою, не смотри, извращение сконченной. Когда мы их всех уничтожим, то нажать на кнопочку. В принципе, я их уже все уничтожил, но тут еще остался... Это второй раунд, ребята. Опа-на! Еще... Иди сюда! А ну слови! А попробуй слови! Где ты? Ну ладно, хватит с тебя, дитё. Так. Замечательно. Хорошая работа, ты победила всех врагов. Затащили, ребята. В принципе, это все, что у нас тут написано. То есть, это все на сейчас. Спасибо тебе за то, что скачал вот эту карту и за то, что ты на ней поиграл. Если ты хочешь больше уровней, ребята, мы же хотим больше уровней, потому что это реально интересная карта и, что самое главное, и уникальная. Немного вот таких карт интересных есть. То есть, если ты хочешь больше уровней, то подожди к следующему обновлению. Когда оно будет, никто пока что не знает. То есть, наслаждайся своей победой и не забудь там всякие секреты на спавне. Но бла-бла-бла, секреты нам в данный момент не нужны. Дайте нам алмазики. Алмазики дайте, паскуда! Алмазики дайте! Вот так, замечательно. Собираем, сколько у нас алмазиков. Замечательно. И, ребята, одеваем наш щит. Мы прям рыцари нахрен. И будем заканчивать на этом эту серию. Ребята, я очень буду рад, если вам понравилась эта серия. А если да, то не забудьте поставить лайк, потому что чем быстрее мы набираем 2500 лайков, тем быстрее выходит новое видео. Если мы сможем набрать через 2-3 часа 2500 лайков, значит через 2-3 часа выйдет новое видео. Ребята, не забываем и просто-напросто задумайтесь об этом, если вы хотите видеть 2 видео за день или еще больше. Все зависит, ребята, только от вас. Также я приглашаю вас всех вступить в нашу большую дружину 7 подписчиков. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал.
Ребята, это всего лишь займет у вас 2 секунды. Чтобы поставить лайк, чтобы поставить, а чтобы подписаться на канал. Ребят, за это вам скажу большое спасибо. И также выпущу новое видео как можно быстрее. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы реальные молодцы, вы не перематывали, вы не выключали. Кто досмотрел, тот реально заслуживает уважения. И я всех вас жду на просмотре новой серии, которая... серия выходит каждый день. Поэтому, ребята, приходите каждый день на просмотр новой серии. Я реально буду рад вас видеть. Я еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.